Radio Bonanova. Radio Bonanova. El 107.1. Bonanova. Чистая волна. Ног твоих, Иисус, тебе я поклоняюсь.
Христа, не остановить меня, не остановить. Этот ритм в моем сердце всегда, и огонь горит внутри. Славьте все, в ком бьется пульс жизни, славьте все, славьте его, славьте все. И когда жизни правила капризны, скажи, я пою тебе, мой Бог, я пою тебе. Аллилуйя, я пою тебе, я всегда пою тебе. Татьяной Сторожевой на чистой волне. Только не говорите мне сегодня, что море лечит. Я видела океан, и у него болит душа. И путешествиями не исцелишься. Я пробовала это, не помогает. Конечно, можно выложить пару отфильтрованных фото и показать миру, как ты счастлив, но нет на свете таких островов и таких мегаполисов, которые лечили бы сердце. И только не говори мне, что лечит вино. Оно лишь обезболивает временно и помогает забыть на маленький отрывок жизни о проблеме, которая во время твоего опьянения, как правило, только усиливается. Душевную боль не может вылечить еда.
Какая бы правильная, красивая и вкусная она ни была, все равно никогда не приблизит тебя к истине. И даже музыка, в которую мы так часто стараемся спрятаться, не лечит. Она лишь сон, куда мы уходим своим воображением, но неизбежно возвращаемся. И красота не лечит, потому что временно. И часто в накладных ресницах живут слезы. И человек не может человека исцелить. Но позволь Богу тебя сотворить. Позволь Ему плакать с тобой и приложить пластырь туда, где больно. Позволь Ему убрать ограничения, в которых ты запутался и не можешь идти дальше. Позволь Ему говорить с тобой и направить тебя. Позволь Ему быть в твоей жизни и показать настоящее, почти детское счастье. А мы так часто говорим: «Я не могу, я неуспешный, слабый». Боимся чувствовать то, что чувствуем. Заставляем молчать свою душу, приказываем слезам не проливаться и воспоминаниям умереть. Мы перестаем мечтать и творить, потому что устали от поражений. Но не потому ли, что потеряли с Ним связь? И если Он наш Создатель, то не должны ли мы приходить к Нему, особенно когда наши силы на исходе? Ведь если ломается телефон или холодильник, разве не идем мы в сервисный центр? То тем более, когда болит душа. И если Бог сотворил звезды, океаны, траву вкусно пахнущую и все, что дышит, неужели Он не мастер и для твоего сердца? И если Он горшечник, не глина ли мы в Его руке? И даже если в процессе сосуд, который Он лепил, развалился, Он никогда не возьмет другую глину, но будет делать другой сосуд. Так же и Бог никогда не откажется от тебя, но с твоего согласия будет работать с тобой и делать лучше. Выдохни и позволь Богу тебя сотворить. Преклони
Иисус придет, Иисус грядет, Он на небо тебя заберет, а на небесах ангелы поют, а на небесах сомы святых ликуют. Ликуют те, кто за Христа душу положил, с Иисусом Христом вечности ожил. Трефилова, а ну-ка принеси мне свой дневник. Дневник нацетилетней. Авторская программа Оксаны Трефиловой. Друзья, родители, учителя, иногда они так многого от меня ждут, а я не могу с этим справиться. А попросить помощи стыдно. Потому что кругом все твердят, что я сильная и сама должна решать свои вопросы. И вообще всем наплевать на мои проблемы. Поэтому дави своими слезами и делай. На мой взгляд, это неправильно. Нужно высказываться, просить помощи или совета. И в этом нет ничего постыдного. Наоборот, это говорит о доверии. Во время разговора становится легче. И возможно самому найти выход из той или иной ситуации. А если этого не делать, то рано или поздно это сломает вас изнутри, и восстановиться будет очень сложно, и потребуется много времени. И с другой стороны, предлагайте помощь. Даже просто поговорить уже поможет решить много. И если ваш друг рассказывает вам о проблемах, то это совсем не означает, что он жалуется или пытается испортить вам настроение. Просто искренне выслушайте его. Возможно, в этом вы найдете ответы на свои вопросы. Не бойтесь доверять и рассказывать, слушать и подбадривать, помогать. Даже если ты самый сильный, умный и лучший, то не забывай, что даже самым-самым нужен отдых, поддержка и помощь. Помни об этом. Меня не смотреть на мир, но
за тобой идти, быть бесстрашным на извилистом пути. Бог великий, жизнь с тобой любви полна, дверь открыл к спасенью и призвал меня не смотреть на мир, но за тобой идти, быть бесстрашным на извилистом пути. Я в твоих надежных руках, когда силы иссякли, не могу сделать шаг. Я в твоих надежных руках, знаю, кто мой хранитель, что не страшен мне враг. Екатерины Титовской. Привет, я Кэт. Все рамки у нас в голове. Иногда мы даже сами не представляем, на что способны и каких вершин можем достичь, а не достигаем лишь из-за установленных в наших головах барьеров. Помните эксперимент с блохами в банке? В стеклянную банку сажают блох, они начинают оттуда выпрыгивать, ибо прыгают блохи очень высоко.
С целью обломать их прыгучесть, банку закрывают крышкой на несколько дней. На протяжении этого времени бедные бложки долбятся головой о крышку, но выпрыгнуть, естественно, не имеют возможности. Самое интересное начинается, когда убирают крышку. Теперь блохи могут выпрыгнуть на волю, но они этого не делают, а просто прыгают на высоту крышки, но не больше. Более того, утверждается, что даже потомство баночных блох прыгает исключительно на высоту банки, но никак не выше. Или другой эксперимент. А в большой аквариум выпустили щуку. Она там плавала, наслаждалась жизнью в свободном пространстве. Затем часть аквариума огородили стеклом, которое щука не видела, и поэтому регулярно шла на таран в течение длительного времени. Таранила, таранила, да и вытаранилась. Ну, то есть надоело ей сие действие, и она просто плюнула на огороженную часть аквариума. И когда стекло убрали, то щука по-прежнему не заплывала в другую часть. Наверное, рыба считала, что раз когда-то в прошлом у нее не получилось туда пробраться, то можно навсегда оставить тщетные попытки. Несмотря на то, что условия изменились, мировоззрение щуки осталось прежним. Или в цирке, знаете, маленького слоненка привязывают на веревку колышку, вбитому в землю. Слоненку не хватает сил выдернуть колышек, и он смиряется со своей слабостью и невозможностью что-то изменить в этом несправедливом мире. Но даже когда слоненок превращается в матерого слонищу, при выступлении в цирке его привязывают к тому же самому колышку. Это огромное и сильное животное даже не пытается освободиться, хотя может легко это сделать. Вот такое сильное влияние оказывают подсознательные жизненные программы, заложенные в нас в детстве. Американский математик Джордж Датсинг был аспирантом университета. Однажды он опоздал на лекцию и принял написанное на доске уравнение за домашнее задание. Оно показалось студенту несколько сложнее обычного, но за несколько дней он справился. А потом выяснилось, что опоздавший студент решил две нерешаемые проблемы в статистике, над которыми давно бились многие ученые умы. Вот так, не зная о сложности предстоящего дела и не завышая важность, можно его выполнить. Как только устанавливается новый рекорд в спорте, он становится обычной планкой, к которой стремятся все остальные спортсмены. Соответственно, все, что раньше казалось недостижимым, сегодня является реальностью. И знаете, друзья, речь не только о спорте. Вся наша жизнь идет по такому сценарию. Как только мы просто допускаем возможность чего-то достичь, то мы значительно, подчеркиваю, значительно повышаем свои шансы. И сквозь темную долину я пройду с тобой, Господь, и огня не убоюсь, и Иисус, ведь ты со мной, и когда сильно с тобой я наполняюсь, все, что нужно, это ты. Буду петь тебе, Господь мой, пребывать в присутствии. Ты всегда со мною рядом и защита.
тишине славь не умолкай. О, ты благослови силой всей своей имя Господа. О, душа моя, и в ночной тишине Всем привет! Это «Библия в деталях» и с вами я, Виктор Зенченко. Сегодня мы будем исследовать текст, записанный во втором послании Петра, в первой главе, 5 стихом. Открывайте свои Библии и будем вместе читать 2 Петра 1:5. «Покажите в вере вашей добродетель, а в добродетели – рассудительность». Что же хочет сказать апостол в этом отрывке послания? Чтобы ответить на этот вопрос, мы предпримем 2 шага. И первое, с чего мы начнем, так это воспользуемся словарем для понимания лексических значений слов «добродетель» и «рассудительность». Греческое слово «арета», переведенное в русской Библии как «добродетель», в лексиконе Стронга имеет следующие значения – нравственность, благородство, превосходные качества характера. Само же слово «арета» – это производное от слова «арен», которое означает «мужчина». Таким образом, слово «добродетель» означает качество характера, которое обычно присуще настоящим мужчинам. Лингвист и экзегет греческого языка Клеон Роджерс объясняет, что это слово применялось в классическом варианте по отношению к людям, совершившим героические подвиги в военном или спортивном деле.
второе слово «гносис», переведенное в русско-синодальном тексте как «рассудительность», в том же словаре Стронга имеет также значение «знание», «ведение», «разумение» или «понимание». То есть речь идет о ясности ума. Вторым шагом прочитаем 2 Петра 1.5 в ближайшем контексте. Мы возьмем отрывок с 3 по 10 стихи. «Как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия, через познание призвавшего нас славою и благостью, которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками божественного естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью. То вы, прилагая к сему все старание, покажите в вере вашей добродетель. В добродетели – рассудительность. В рассудительности – воздержание. В воздержании – терпение. В терпении – благочестие. А в благочестии – братолюбие. В братолюбии же – любовь. Если это в вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа. А в ком нет всего, тот слеп, закрыл глаза, забыл об очищении прежних грехов своих. Посему, братья, более и более старайтесь делать твердым ваше звание и избрание. Так поступая, никогда не преткнетесь». Апостол Петр говорит о необходимости не только верить, но и проявлять качества характера, присущие верующему человеку – мужественность, ясность ума, самообладание, терпение и так далее. Апостол Петр учит нас заниматься духовным развитием и быть принципиальными. Друзья, читайте Библию с интересом, и пусть Бог вас в этом благословит. Вся вселенная у трона твоего, все, что создал ты, от камня до звезды, все творение славу воздает тебе. Вся вселенная, дыхание твое, от тебя течет река воды живой, но оставив славу, ты пришел ко мне. Иисус на троне, Иисус на троне, Иисус на троне сердце моего. Иисус на троне, Иисус на троне, Иисус на троне, сердце мое. Мир невидимый у трона твоего, поколения всех тех, кто верен был, и душа моя всю славу воздает тебе. Воцарись, Господь, в величии твоем, жизнь мою меняй, чтоб ты как царь пришел, и через меня пусть сияет свет твоей любви. Иисус на троне, Иисус на троне, Иисус на троне, сердце моего.
путь возвеличен, Иисус. Будь возвеличен, будь возвеличен, будь возвеличен, будь возвеличен, будь возвеличен, Иисус. Воссядь на троне, будь возвеличен, воссядь на троне, воцарись в гордом сердце, Иисус, Иисус, Иисус на троне, Иисус на троне, Иисус на троне, сердце мое. Иисус на троне, воссядь на троне, сердце моего. Дистанция жизни. Привет, друзья! Недавно мы с вами думали о том, куда пойти учиться и нужно ли нам это. Решили, что образование просто необходимо, и на какое-то время оно займет одно из важнейших мест в нашей жизни. Сегодня мне хотелось бы обсудить возможность получить христианское образование. Есть ли необходимость в таком образовании? Кому стоит пойти туда учиться и что же мы получим на выходе? Давайте сегодня поговорим об этом. Сегодня у меня в гостях Алексей. Привет. Привет, Светлана. Спасибо, что пригласила меня. Очень приятно быть в вашей студии. Пригласила я тебя не случайно, как ты понимаешь. Сегодня мы говорим о христианском образовании, поэтому расскажи, пожалуйста, что оно значит сейчас в твоей жизни. В целом, значит, очень много, потому что я сейчас обучаюсь в христианском университете. Я учусь на программе «Библистика Ветхого Завета» по программе магистратуры. Что же представляет сейчас собой христианское образование? Какие есть дисциплины, специальности? Очень разнообразные. Библистика Ветхого Завета, библистика Нового Завета. По педагогике есть программы, есть программы по богословию, по подготовке молодежных лидеров в церкви. Если говорить о дисциплинах, то это еще больше спектр. Это и история, история церкви, чисто, наверное, такие богословские или христианские дисциплины, гомилитика, экзегетика, психология, христианская психология. То есть дисциплины очень, очень разнообразные. Мы говорим о христианском образовании именно о том, который можно получить в специализированных институтах и университетах. То есть это, как правило, частные учебные заведения. Потому что хорошее образование, в принципе, можно и получить в обычных государственных университетах и институтах. Те же самые отделения библеистики, педагогики, религиоведения. Нужны ли специальные университеты чисто христианской направленности? Скорее нет, чем да.
иногда, на мой взгляд, готовятся очень узкие специалисты, которые не в курсе, не знают, что происходит в других областях. Это отрицательное. Но положительное то, что чаще всего именно в таких частных университетах есть люди, которые могут показать пример христианской жизни. Особенность таких заведений заключается совсем не в тех знаниях, которые там даются, да? Должно быть так. Когда идем в христианский университет или институт, мы ожидаем получить не только знания по определенным дисциплинам, но и какой-то пример для образа жизни, для конкретно моих поступков. Это благословение для студента, когда у него есть преподаватель, имеющий хороший академический стаж и опыт служителя. Обычно именно такие люди, они идут вот в частные небольшие университеты и преподают там. Хорошо, давай теперь вернемся к абитуриентам. Представим себе человека 20 лет, который решает поступить в христианское учебное заведение. Давай остановимся на его мотивах. Какие мотивы верные и неверные, и есть ли они для того, чтобы поступить? Скажу сразу, неверные мотивы получать христианское образование – это отлынивать от армии. Второе – некуда учиться, пойду учиться в христианский университет. Это, наверное, основные две причины, которые вот я сталкивался, почему вот абитуриенты идут получать христианское образование в 20 лет. Потому что обычно именно такие мотивы вот у такого контингента людей. У старших уже другие причины. А что можно сказать о верных мотивах? В верных мотивах осуществлять какое-то служение в церкви. Возраст 18-20 лет, это обычно кажется, что это будет так классно, так хорошо, вот после христианского университета что-то делать в церкви. Поэтому нужно хорошо оценивать, для чего это нужно, почему это нужно мне. Действительно ли Бог побуждает поступать в христианский университет? Нужно ли это действительно мне, или лучше получить какое-то образование в другой сфере? И за это время увидеть возможности именно вот в получении христианского образования. Кроме мотивов абитуриентов, есть еще и требования учебных заведений. Если постараться обобщить эти требования, то они сходятся в одном. Возраст не моложе 17 лет и членство в Евангельской церкви. В этом и состоят все требования СПХУ. В Одесской семинарии требуется еще и начальное богословское образование, хотя бы на уровне церковных курсов. И членство в церкви не менее 2 лет, которые человек должен провести в активной работе. Кое-где просят рекомендации пастора или руководителя служения. Кроме этого, надо успешно сдать экзамены, как правило, это русский язык и Библия, и пройти собеседование с приемной комиссией. Итак, как ты думаешь, какой же критерий важнее всего? Хороший вопрос и сложный. Я, наверное, не смог бы сказать какой-то основной критерий, но думаю, что возраст, скорее всего. Почему ты так считаешь? Потому что с возрастом человек понимает, что ему нужно, а что ему нет, на что ему тратить время, на что ему не тратить. А 18-20 лет еще кажется, что вся жизнь впереди. Это хорошая, в общем, возможность получить. А потом оказывается, что хотелось и совсем другого, а сейчас уже и нет возможности такого. Поэтому, когда люди поступают в 25-30 лет, то, на мой взгляд, они знают, зачем они идут туда, зачем это надо. Но я не говорю, что это должно быть правилом. У меня есть друзья, которые там 20 лет, и которые очень сильно посвящены Богу. И я очень рад, что они решились на такой шаг и обучаются. Да, у меня тоже есть один знакомый, который поступил в 16 лет. И он закончил, и после этого он стал очень посвященным. Это молодежный пастор, который болеет всей душой за свою молодежь и который, слава Богу, преуспевает в своем деле. Это исключение. Но, в принципе, я с тобой согласна насчет возраста. Может быть, в силу того, что студент будет сталкиваться с множеством трудностей, когда он поступит. И причем это не просто финансовые затруднения, которые есть у любого студента, это не просто какие-то конфликты в среде студенческой, это еще и духовные трудности, переживания, которые встретит студент на своем пути.
И мне кажется, что жизненный опыт, возраст духовный, в том числе, он поможет это преодолеть. Как ты думаешь, что самое трудное в процессе учебы? Это зависит от абитуриента. Для некоторых самое трудное – это учиться. Это цель, и для некоторых трудно учиться. Для других трудно вжиться в коллектив, когда живут в общежитии все вместе. Это и вызывает трудности. Может быть, настроиться на то решение, которое было принято. Есть такое мнение, что у выпускников подобных заведений очень большие головы и маленькие руки. То есть они очень много всего знают, но в принципе не умеют достаточно хорошо прикладывать свои знания в практических каких-то служениях, вещах, делах. Ну, я думаю, наверное, ответ на этот вопрос был как раз в новом направлении в Христианском университете. Это молодежное пастырское служение, где абитуриенты и студенты уже могут свои знания применить на практике. И это засчитывается как может засчитываться как сдача какого-либо экзамена или тесты, или еще что-то. Но про маленькие руки у студентов тут, наверное, нечего добавить. Трудно с этим спорить. Да, это действительно так. Но могу сказать по своему образованию, которое я получала христианское, действительно очень много знаний сообщается. Перечитываешь тысячи страниц и выходишь с разносторонней направленностью, с большими знаниями и в области истории церкви, в области богословия, педагогики. Нужно ли все это? Вот такой вопрос. Я знаю семинарию, где на 9 месяцев едут студенты, и кроме Библии и внимательных, любящих педагогов, у них никого нету. Они упражняются в постах и в молитвах, читают Библию, слушают просто лекции, выходят оттуда обновленными. 9 месяцев для рождения, для новой жизни. Может быть, этого достаточно? Я не знаю, конечно, программы этого института, но есть хороший пример, если посмотреть в Средневековье, студенты, наверное, большей части так и делали. Они брали Библию и удинялись. Они читали Библию, и то, что они читали, для них это означало не знание, как сейчас. Нужно прочитать, чтобы узнать, а больше как то, что они должны сделать. Они прочитали, и для них это означало, вот они должны так делать. И в этом смысле мне вот это образование нравится. Что можно сказать сейчас, я считаю, что образование христианское нужно. Мы читаем вот 2 Тимофею, чтобы Тимофей вникал в учение. Если мы будем просто читать Библию, то, конечно, Бог откроет какие-то вопросы. Но между нами и той культурой 2000 лет, и понять некоторые вещи, особенно, к сожалению, с нашим русским синодальным переводом, иногда очень сложно. Какое бы ни было наше образование сейчас христианское, с достоинствами, с недостатками, на мой взгляд, оно необходимо, потому что евангельским церквям им нужны образованные служители, которые смогли бы не только понять сами, но и научить других, и написать книги, и написать справочники, литературу, которая учитывает наш русский контекст. Поэтому с какими бы трудностями не сталкивался студент, если он точно решил и посоветовался в этом с Богом, он будет благословлен в своем труде дальше. Надеюсь, что наша педагогическая христианская система, она будет совершенствоваться, и через несколько лет мы увидим совсем другую структуру. И, возможно, сегодняшние выпускники этому будут способствовать. Хочется надеяться тоже. Есть у тебя какие-нибудь пожелания нашим слушателям? Наверное, одно. Если у вас есть призыв, если вы видите призыв от Бога, то не бояться идти и получать христианское образование. И я абсолютно уверен, что Бог будет с вами и благословит вас. Свобода вероисповедания, провозглашенная в нашей стране, открыла для нас возможность получить христианское образование по специальностям богословия, педагогики, душепопечительства и многим другим. Как и при выборе любой другой профессии, надо правильно оценить свои личные качества и способности. Кроме того, узнать волю Божию, ощутить Его призыв. Ведь учеба в подобных учебных заведениях требует 100% посвященности. Придется преодолеть немало испытаний и трудностей. Но Слово Божие по-новому откроется вам. И научившись сами, вы сможете научить других,
помочь им ближе узнать Творца и лучше понять Его Слово. Друзья, если вы серьезно задумались над тем, чтобы получить христианское образование, помните, что с тех, кому много дано, много и спросится. Бог не забудет ваших обещаний, и решение, принятое сегодня, может навсегда изменить вашу жизнь и в материальной, и в духовной сфере. Посоветуйтесь с Богом и действуйте! Люди летают во сне. Каждый второй, как полярный летчик, несется сквозь бурю и снег. А можно лететь на крыльях любви, на крыльях любви твоей. Лететь с крылом, рассекая воздух, лететь с головой, задевая звезды. Когда ты рядом, все становится просто, на крыльях любви твоей. Летают, как пчелы, летают, как мухи, в портфель подхватили и в путь. С айфоном в руке, с гарнитурой на ухе, им некогда в небо взглянуть. Забыли они, что можно парить на крыльях любви твоей. Лететь с крылом, рассекая воздух, лететь с головой, задевая звезды. Когда ты рядом, все становится просто, на крыльях любви твоей. Я тоже летчик, я тоже летаю, заправился и полетел. Но только старательно не забываю, что космос еще не предел. Что можно лететь сквозь пространство и время на крыльях любви твоей. Лететь с крылом, рассекая воздух, лететь с головой, задевая звезды. Когда ты рядом, все становится просто. Когда ты рядом, все становится плюс сто. Когда ты рядом, все становится космос на крыльях любви твоей. Вау.